Сливочный десерт с ароматом корицы и лимона, в основе взбитые сливки и херес. В Англии этот десерт подавали утром. Есть легенда о том, что молоко случайно смешалось с алкоголем и получился десерт. Для приготовления сливочного десерта использовали херес, но позже стали добавлять сидр, портвейн и даже коньяк. Выбирайте по своему вкусу. Замечу, что вкус алкоголя на втором плане. Гораздо ярче слышен аромат лимона и корицы, количество которых корректируйте по своему вкусу. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовим ингредиенты. В пиалу насыпаем сахарную пудру. Добавляем молотую корицу. С лимона снимаем цедру и добавляем в пиалу. Часть цедры оставляем, чтобы посыпать готовый десерт. Вкусняшки, подписавшимся. Наливаем сливки. Добавляем херес, ставим пиалу в морозильную камеру на 2-3 минуты, затем взбиваем миксером. Десерт раскладываем по креманкам. Десерт должен постоять в холодильнике около часа, затем его можно подавать, это правило для самых терпеливых. Сверху посыпаем цедрой лимона и корицей, десерт можно дополнить листочком мяты. Английский десерт Силлабаб готов, угощайтесь. Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество, далее. Сливки жирные, 250 мл, сахарная пудра, 4 столовые ложки, херес, 6-8 столовые ложек, корица, 1 чайная ложка, цедра лимона, 1 столовая ложка, количество порций, 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!